Всем привет-привет, добро пожаловать на мой канал AliExpress Lai. Сегодня у нас будет очередная распаковочка, обзор, а также тестирование. Ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Всем приятного просмотра. У нас сегодня будет на обзоре товары с магазина Yayoji. Немножко хочу я вам показать магазин. У меня уже были товары с этого магазина. Кому интересно, можете посмотреть на канале. Тут есть всяческие товары для ногтей, для наращивания, лампы. Также у нас сегодня будет на обзоре одна из ламп. Вот Sun One, у меня уже лампа есть на 48 ватт, хорошая лампа. А сегодня у нас будет на обзоре лампа на 48 ватт от Yayoji. Кто использовал такую лампу или у кого есть такая лампа, напишите мне свое мнение о данной лампе, как она вам, как она работает, сколько она уже у вас. Вообще, если вы использовали продукцию Yayoji, напишите мне свое мнение в комментарии. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение о данной продукции. Есть разные наборы, также с лампой и без лампы, на любой вкус как бы и цвет, что кому надо. Также есть гели для наращивания, акрилатики, гель-лаки, всяческие блесточки для дизайна. Кому интересно, ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Итак, мы продолжаем с вами распаковочку. Как видите, коробочка пришла не маленькая, это мне пришла лампа. Все хорошо продавец упаковал, доставка очень быстрая. Всегда мне с этого магазина идут товары очень быстро, в районе 3 недель. С отслеживанием все хорошо. Конечно, я вам оставлю ссылочки как на официальный магазин Yayoji. Вы также можете получить скидку 10%, использовать промокод в официальном магазине. Промокод я также вам оставлю под видео. А также я вам оставлю ссылочки на AliExpress. Все хорошо продавец упаковал. Вот такая мне пришла сегодня малышка. Все мы с вами протестируем. А также несколько материалов. Вот. Кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди вас ждет много чего интересного. Вот такие мне пришли материалы. Все, сейчас мы откроем. Все хорошо продавец упаковал. Вот. Заявлено 48 ватт, это идет гибрид лампа 2 в 1, UFLED лампа. Да, чем она мне нравится, потому что есть таймер, как бы у меня в Sun One лампе, это моя старенькая лампа, там таймера нету, потому решила вот себе такую заказать. Ну, конечно, тут нету как бы блока, такое только идет вот такой шнур. В моей Sun One еще идет вот такой блочок. Не знаю, насколько это все влияет на работу лампы. Напишите мне свои отзывы, как бы свое мнение. Потому что мне интересно, насколько это влияет на работу лампы. Вот такие есть кнопочки на 60, 10, 30 секунд. А также включать и выключать лампу. Кнопка идет. Идет на магнитиках, съемное дно, 24 UFLED лампочки. Вот. Ну, сейчас все мы с вами промерим, рабочая или лампа мне пришла. Конечно, лампа, дизайн мне нравится, классная лампа. Главное, чтобы хорошо мне служила. Это самое главное. Сейчас мы все подключим к сети. Вот такая штучка. Все отлично. Да, лампа рабочая. Сейчас мы проверим. Вот все лампочки рабочие. Таймер на 10. На 30, а также на 60 секунд. Все легко и просто, обычная лампа. Главное, чтобы все у меня хорошо работало. Конечно, плюс этой лампы, что есть таймер.
Ее G5 у флет-лампа. Ну, лампа мне нравится, классная малышка. Стекловолокно мне пришло. Также пришли гели для наращивания. Это обычный гель. Цвета разные, белый, прозрачный и также камуфляжный. Все хорошо продавец упаковал, надо немножко поморочиться, чтобы это все открыть. Вот. Емкость идет 15 мл, но все, мы с вами откроем, проверим. Еще мне гель-лак пришел, классный гель-лак, у меня уже эти гель-лаки были на обзоре, очень мне они понравились, термогель-лаки. Это идет обычный лак, емкость 15 мл, только жаль, что тут ничего нигде не указано, состава, конечно, нету. Очень красивые девчонки, красный, алый цвет, классический красный цвет. Консистенция классная, не жидкая, средняя, я бы так сказала. И давайте начнем с гелей. Сейчас я это открою все за кадром, чтобы не забирать ваше время. И приступим. Вот такой нежный классный цвет, подойдет под френч, такой камуфляжик, классный, нежный, такой вкусный цвет, красивый. Ну, мы все с вами выложим на Типсу, сейчас посмотрим, какой он плотный, в баночке, конечно, он красивый. Ну, консистенция ближе к густой, посмотрим, как он самовыравнивается. Ну, цвет классный, приятный. Конечно, на один слой он очень нежный такой. Но на ноготочках совсем будет по-другому смотреться. Сама выравнивается, как видите. Консистенция хорошая, плотная, главное, что ничего никуда вам не будет затекать. Цвет, конечно, классный, девчонки. Вот такой результат у меня получился. И сейчас на просушку на 60 секунд лампу. Вот такой результат у меня получился. Все просушилось за 60 секунд. Конечно, я слой не тоненький нанесла. Хорошо, все сушит лампа. Ну, конечно, мощность 48 ватт. Как бы хорошая мощность. Но хочу сказать, что геля очень мало в баночке. Это идет баночка-обманка, двойное дно, как видите. Вот такое количество геля в баночке. Ну, цена, конечно, приятная. И, конечно, если вы будете использовать промокод на скидку 10%, также хорошо вам получится. Но промокод только действует на официальном магазине, не на AliExpress. Вот такие цвета я уже нанесла за кадром, остальные как бы гели. И сейчас приступим к гель-лаку. Вот такой красивый, классный красный цвет. Консистенция мне нравится. Кисточка ровная, баночка полная, 15 мл, думаю, есть. Так как она очень полная. Сейчас возьму Типсу и все выкрасим, посмотрим. Ну, немножко он полосит, надо будет наносить два слоя. У меня на канале уже были гель-лаки с этой серии.
три цвета были термогель-лаки, очень мне они понравились, а также были гель-лаки в черных баночках, также хорошие, немного плотнее, нежели вот этот, можно было уложить даже в один слой. Вот, все хорошо, быстро самовыравнивается, и на просушку в лампу буду сушить я 30 секунд. Для гель-лака это вполне достаточно. Вот, немножко хочу показать, что указано на баночке, конечно, состава нету, жаль. Цвет под номером 03. Цвета есть на любой вкус в магазине. Вот, вставила вам из предыдущей своей распаковки, какие у меня уже были цвета на обзоре. Если вам интересно, можете посмотреть на канале видео. И наношу второй слой гель-лака. Легко работать с гель-лаком. Вот такие цвета у меня уже были на обзоре. Очень этот красивый такой розовый нежный цвет. Ну, конечно, покорили меня термогель-лаки. Плотные, два слоя отлично ложатся на типсе. Вот они. Красивый переход идет. Короче, мне они понравились. Вот такой у нас сегодня был обзор продукции Yayoji. Ссылочки я вам, как всегда, оставлю под видео, как на официальный магазин, так и на AliExpress. Так что заходите, смотрите под видео. Конечно, мне лампа очень понравилась. Вы, конечно, пишите свое мнение о данной продукции. Мне будет интересно почитать ваше мнение, как она вам, что вы использовали с данной продукцией. Пожалуйста, пишите комментарии. Кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди вас ждет много чего интересного. Спасибо, что вы были со мной, спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок, и всем вам до новых встреч. Всем пока-пока!